Короче, друзья, привет. Расскажу вам про мультфильм «Заветное желание». Где он у нас? Где-то. А, вот там, «Заветное желание». Сейчас я его посмотрел. Я его смотрел в плохом качестве в интернете. Я сейчас посмотрел его в трипе. Не до трипа. Вот. Так, ладно. И самое что интересное, я, ребята, всем его рекомендую. Это тотальное раскрытие вообще во всех местах. Почему? Там говорится о том, что у людей должны быть и есть заветные желания, которые самые лучшие и самые такие неубиваемые, да, желания. На всю жизнь такие. Как бы. И эти желания похитил обманным путем мошенник. Мошенник, волшебник. Его как умом ум показали. И тоже интересное. Нужно мне, говорит, он говорит, волшебник, он говорит, жена говорит, не думай об этом. А он говорит, мне нужно совершить злодейство. Мне нужно начать думать. Вообще четко. И самое что офигенное еще, когда прилетела звезда, девочка загадала заветное желание, чтобы прилетела звезда, да, которая всех пробудит. И прилетела звезда. И что она пробудила в первую очередь? Она все, что дотрагивалась, все пробуждалось. И она в первую очередь пробудила мухомора фиолетовые. И эти мухоморы начали говорить, и они сказали, с нами будет проще. Ты понимаешь? То есть мухоморы сказали, что с ними будет проще. Проще что? Проще пробудиться. Вот такая вот хрень происходит. Говорится в мире, да? Вот. И, короче, это... там раскрытие на раскрытии. Надо слушать обязательно, хорошо прослушивать все песни. Они прям все прям раскрывают, капец. Допустим, там мальчишка один такой. Там все животные пробудились, и мальчишка один, он такой, я сговорил с белкой, говорит. Мальчишки разговаривают друг с тобой, с друг с другом. Я, говорит, говорил с белкой. Прикинь, говорит, она со мной говорит. А другой его спрашивает, а что тебе белка ответила, говорит. И он говорит, а что белка-то можешь сказать-то хорошего? Или там что-то типа того. То есть везде идут подтексты, везде идут. Прям напрямую все рассказывают. Вот это вот такой вот мультик современный, очень интересный. Всем его рекомендую. «Заветное желание» называется. Там с самого начала до самого конца идет просто вот раскрытие, раскрытие, раскрытие. Капец. Очень интересно. Ой, блин. Надо же. Интересно просто как. Или время такое. Ну, время такое, да. Точно. Короче, даже в мультик все это прям берут напрямую и вываливают. Ум показали, все показали, желание показали, грибы показали. А, и они конкретно грибы там. Без нас, говорит, не получится, типа того. С нами проще. Мы, говорит, там... То есть, там грибы, тема грибная, она очень сильно и сильно затронул. Кто не в теме, конечно, ничего не заметит. Вот. И кто, многие, конечно, будут смотреть просто как тупо мультик. Ни хрена не поймут большинство. А кто надо, все увидит. И кого-то еще нахлобучит. И кто-то еще что-то нового поймет. Поэтому вот так вот. Просто охрененный фильм. Мультфильм.
Всем рекомендую, смотрите обязательно, ребята, с семьей смотрите.